Всем привет! Лучшая лига мира рада вас приветствовать на ВТБ-арене, на домашней арене московского «Динамо», которая с этого сезона становится домашней еще и для московского клуба «Родина». Отличный проект, очень амбициозный, очень перспективный. И не смотрите, наверное, на место таблицы, потому что сейчас, пожалуй, для «Родины» самое главное адаптироваться к новым реалиям. Дука, возможно, помешал даже здесь. Успешного приема мяча, но отличная передача, дальний угол был открыт, а гол забит ближний. Великолепная комбинация. И посмотрите, опять броновское движение. Они часто перемещались из одной точки в другую и немножечко запутали защиту «Родины». Вот так вот. Мяч сейчас чаще был у «Родины», а забил Краснодар. Знаете, свободную зону создавать. Мальцев под правое. Посмотрите, перевод хороший получился. Здесь прострельный прячет Куля. Удар! Добивать можно, но Штепа не позволил. Прекрасный момент. И опять «Родина» за счет стиля. И вот в этих быстрых отрывах, возможно, еще и поможет атака Гордюшенко. «Родина». И мяч мог вполне залететь в ворота. Летел-то он под перекладину. Но посмотрите, Штепа и здесь надежно сыграл. Но можно попробовать забить вот такую игре. По такой игре еще. И забивает Краснодар 2. Прекрасная атака. Индивидуальные действия, по-моему, все того же Карпова, который взял на себя игру, увел мяч чуть-чуть назад и не входя в штрафную. Вот как раз там баранжируя на линии штрафной, пробил дальний угол и забил. Лучше было бы отдать его резче или даже чуть позже. Атака продолжается. Подача, подача, удар, падение через себя. Гол! Какой прекрасный гол забивает «Родина». Опять падение через себя. Второй тур подряд, второй раз подряд. Это делает «Родина». Кирилл Силантьев показывает на центр. Ну что, победа второй команды «Краснодара» в эмоциональном матче.